Добрый день. Сегодня поговорим о красивых книжках. У меня их немножко скопилось. Начнем с вот этой красивой детской книжечки Мэри Нортон. Художник Вадим Чулак. Издана издательством Лабиринта. Интернет-магазин Лабиринт. Ну, они заодно вот эти книжки в последнее время начали издавать. Очень красивое издание. Значит, чем оно интересно? Ну, собственно, интересно оно тем, что это английская писательница, значит, а иллюстрацию к ней нарисовал художник Вадим Чулак. У меня на канале есть обзор его иллюстрации книги «Ваш, всегда ваш пес Буц». Это знаменитая история Киплинга, написана Киплингом и проиллюстрирована Чулаком. Вот эта книга, собственно, проиллюстрирована примерно в таком же стиле, тем же самым автором. Тоже такая добрая старая Англия. Интересно тем, что, собственно говоря, иллюстрации есть почти на каждой странице. То есть тут иллюстративная работа очень такая большая и, скажем так, ну, глобальная. На самом деле иллюстраций много, и они очень такие красивые, скажем так. Вот очень хорошо подана книга и очень хорошо издана. Значит, что здесь с самого начала можно посмотреть? Прямо на обложке. Значит, обложка с вырубкой, с лакировкой. Не знаю, как это будет заметно на экране ваших мониторов или телевизоров. Но вот в реальности, значит, вот тут есть, значит, что можно заметить. Однозначно выборочную лакировку заметить. Ну, вырубку это, конечно, все прекрасно заметят. Вот, пожалуйста, вот такие вот окошечки. Значит, плюс вот есть наклеенные специально отдельно еще дополнения такие. Ну, красиво сделано, конечно. Все страницы очень хорошо оформлены. Значит, куча вот рамочек, куча всех вот таких дополнительных элементов. Вот иллюстрация, пожалуйста, на полной странице. Почти на каждой странице что-то есть. Как минимум есть, значит, что? Как минимум есть рамки или вот такие вот небольшие вот иллюстрации. Я отдельно еще полистаю немного, чтобы это можно было посмотреть поподробнее. Очень красиво, потому что вот Чулак, конечно, художник очень хороший, настоятельно рекомендую. Значит, что по книге самой. Книга издана, как я сказал, Лабиринтом, значит, серия это называется «Палитра чудес». В ней есть еще другие сказки Мэри Нортон. Есть Оскар Уальд, есть еще какие-то, но у меня вот пока это первая книга этой серии, она, значит, только начала издаваться, стоит нещадно. Вот эта книжка 100 страниц с небольшим, сейчас скажу, сколько точно, чтобы вам не соврать. Ну вот, 133 страницы сама сказка, значит, занимает. Ну, это большеформатный, конечно, это альбомный формат, это большая очень книжка. Значит, вот эта книжка, если без скидки, она у них стоит изначальная цена что-то около 1000 рублей. Ну, значит, вот по скидке она на 70% скидка, значит, за 300 рублей это более чем прилично. Ну, в среднем там, значит, если все ваши скидки найдутся, наверное, рублей 500-600, такая книга будет стоить. Дорого, конечно, хорошая книжка сейчас стоит дорого, но вот она того стоит, это подарочное издание, ее не стыдно подарить, и приятно полистать и держать в своей библиотеке. Сама сказка, ну, это Мэри Нортон. Это английская писательница. Ну, а история здесь о том, как, скажем так, современный мальчик попадает в мир сказок. Ну, дальше почитайте, там интересно. Он там встречается со всеми знаменитыми сказочными героями, английскими и неанглийскими, с Золушками, с Красавицей и Чудовищем, с принцем Флоризелем и с великанами. Собственно, она история-то, как видите, великанов больше нет. Вопрос. Вот. Мальчику предстоит разобраться, есть великаны или нет, что там дальше будет. Ну, конечно, Джек Бобовый Стебель, Джек Победитель Великанов. Вот один из Джеков, пожалуйста, вашему вниманию предлагается. Вот такой он интересный. Ну, сейчас я эту книжку немножко поподробнее полистаю, поближе, чтобы вы посмотрели. Хорошая книга, настоятельно рекомендую. Мне понравилось, вот, реально не жалко потраченных. Посмотрим поближе. Великанов больше нет. Полистаю вам, как она выглядит. Вот. Как видите, весьма иллюстрированная книга, которую приятно и читать, и листать. Она того стоит на самом деле. Потому что вот
Видите, буквально на каждой странице иллюстрация. Вот это, кстати, не узнаю, не угадаете кто, но очень знаменитая сказочная героиня. Весьма-весьма известная. Не буду портить вам впечатлений. Обязательно прочитайте. Вот такая на самом деле красивая иллюстрированная книга. Спасибо издательству, спасибо художнику. На самом деле приятная работа. Мэри Нортон. «Великанов больше нет». Художник Вадим Челак. Издательство «Лабиринт».